Для тех, кто еще не знал, «Спортлото» – это такая советская лотерея. Очередной смешной фильм режиссера Гайдая, снятый в стране, где все хорошо, и смеяться можно только над теми, кто охотится за чужим выигрышем в эту азартную игру. Но везет только счастливым. Может, потому они и счастливы. Хэппи-энд веселого кино состоял в том, что выигранные 20 тысяч советских рублей достались красивой девушке, хозяйке лотереи, а девушка вместе с выигрышем досталась красивому мальчику Косте. Этот фильм в 1982 году посмотрели 55 миллионов счастливых советских зрителей.